2 апреля, 23.00 ровно. Сзади меня здание городской администрации. Это российский флаг. Владлену Татарскому написано «Добрая память» на этом флаге. Юридически мы взяли Бахмут. И командиры подразделений, которые брали администрацию и весь центральный квартал, понесут и поставят эти знамена. Знамя ЧВК «Вагнер». Это эти парни брали Бахмут. Юридически он наш. В западных кварталах остался противник. 2 апреля, 23.00. Давайте, ребят.